Я разложила карты для себя и поняла из этих карт, что тянется ко мне повозка в конце недели. И повозка эта приедет и встанет в дверях, потому что я не смогу открыть двери, так как снега там полно, все заледенело. Это как в ступке, мне нужно будет поработать, чтобы очистить дорожку от снега. С завтрашнего дня надо будет все это очищать потихоньку. А повозка какая может быть? Повозка только с дровами, а больше никакая. Вот так. Так что с завтрашнего дня мне нужно будет очищать для повозки дорожку. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, и я расскажу еще что-нибудь. Машина проехала. Вот.